Привет, ребят, девчат, и Кей Crazy Russian, город Цинциннати, славного штата Огайо. Сейчас мы на отдыхе небольшом в Теннесси у родственника. В прошлом году еще спрашивали, какой у него катер. Ну, я, ребят, не очень пропеллер, я вам покажу. Вы найдете сами, наверное, R5 Surf, компания Cobalt. Но они очень похожи на все современные модели. Сколько ему там, 5 лет где-то, да? Немножко с каких-то скрачей, вообще в идеальном состоянии. Внутри есть полости для воды, для того, чтобы получался мощный кильватер за ним. И вот на таких досочках, этих серфах, с этого кильватера, ну, серф делать, да? Я не очень пропеллер, у меня там получилось, но я горнолыжник и воднолыжник, что моя жена тоже самое делает. То есть мы должны переучить его вытаскивать воднолыжника нормально. Он не дает хорошего, либо он дает слишком много газу, либо он дает совсем немного. Так что вот такая штука. Ну, классный катер, очень мощный. Когда без воды, даже сколько, ну, сколько положено человек, он тянет очень круто. Only in America. Okay, USA.